За неоплаченные налоги можно потерять недвижимость. В Ханты-Мансийске прошел совместный рейд судебных приставов и налоговой службы. Они пришли к предпринимателям. Так, одна из фирм задолжала государству больше 50 миллионов рублей. Пришлось арестовать недвижимость, которая была собственностью организации. Теперь помещение в 1500 квадратных метров выставят на торги. А вырученные деньги перечислят в счет погашения долга. Отмечу, подобные рейды проходят в Ханты-Мансийске каждую неделю. Только за последние полгода судебные приставы взыскали с неплательщиков по налогам больше 80 миллионов рублей. Проведение совместных рейдовых мероприятий является действенной мерой, направленной на обеспечение погашения задолженности. В настоящее время также весьма распространенной мерой является ограничение права выезда должника за пределы Российской Федерации. Совместные рейдовые мероприятия носят постоянный характер и будут проводиться в дальнейшем.